Салем, друзья, меня зовут Саша. Сразу для тех, кто новый на этом канале, я начну с небольшой предыстории. Дело в том, что я из Украины, город Николаев. Да, если вы не знали. Кстати, многие меня спрашивают по поводу моего города. Саша снимет видео про него. Но такое видео уже есть, и оно очень давно было загружено на канал. Вот оно, если что, ссылка в описании, кому интересно увидеть про мой город. Ладно, друзья, не будем отходить от темы. Так вот, я живу в Украине, и я интересуюсь такими странами, как Казахстан и Кыргызстан. В будущем, может быть, еще и другими странами, но это все только в будущем, пока что. И я видел на видео уже очень много городов из Кыргызстана и Казахстана, конечно же, не все. И я для себя придумал такую рубрику, как «Виртуальное путешествие». Что это такое, спросите меня вы? Тут все очень просто. Дело в том, что у меня есть вот такой вот шлем виртуальной реальности, то есть 3D-бокс, в который есть такая штучка, в которую вставляется мобильный телефон, вот так вот вставляется, и мы можем погрузиться в виртуальную реальность и попутешествовать по городу. То есть, да, я могу, сидя на этом кресле, погрузиться и оказаться в Казахстане. Да, вот до такого дошли технологии. Сейчас я вам все расскажу, это будет очень интересно, ведь я почувствую, как будто я буду находиться в этом городе. И вы будете видеть все то, что буду видеть я. Конечно, это будет немножко криво, потому что я еще до конца не научился этим нормально пользоваться. Ну вот, и после этого видео я вам расскажу, как вы сможете повторить это. Хотя это очень легко, я думаю, то, что многие сами могут догадаться. Так вот, как вы уже, наверное, догадались, сегодня будем путешествовать по Алмате. Почему именно по Алмате, спросите меня вы? Да тут все очень просто. Дело в том, что я совсем недавно снял видео про Алмату, то есть про город, где я смотрел его с высоты птичьего полета. Вот это видео, ссылка в описании. И там я вам сказал, если мы наберем 1200 лайков под этим видео, то я сниму путешествие по этому городу в виртуальной реальности. Так вот, мы набрали в 2 раза больше лайков, и поэтому, собственно говоря, я это видео и снимаю. Если вам интересна эта рубрика и вы хотите увидеть другие видео по городам, очень сложно находить такие видео, которые будут подходить для этого шлема, то обязательно поддержите это видео лайком, ведь я очень старался над ним. Вам не сложно, а мне приятно. Очень редко прошу ставить лайки, ну а вы можете поставить лайк, подписаться на канал, обязательно нажать на вот тот вот колокольчик, серенький, и тогда вы не пропустите ни одного моего видео. Так, подождите-ка, я смотрю то, что именно ты не поставил лайк. А ну быстренько переходи в описание под этим видео и жми на вот эту вот кнопочку. Также, друзья, совсем забыл вам сказать то, что сегодня мы не только попутешествуем и увидим город Алматы, а также сегодня мы увидим очень красивую природу Алматы зимой. Так как зима уже совсем близко, меньше чем полмесяца до зимы, с этим я вас поздравляю, конечно же, ведь зима — это очень классное время года. Фух, ладно, друзья, давайте же не будем медлить и будем начинать, потому что я знаю то, что вам всем уже не терпится. Мне тоже. Погнали. Я беру, сажусь сюда, чтобы как бы быть сбоку, потому что здесь я размещу рамку, и вы будете видеть все, что вижу я. Это будет очень прикольно. Теперь что мы делаем? Мы берем вот эту вот штуку, очки виртуальной реальности. Также, друзья, это будет не просто видео, где мы будем ходить по городу и что-то такое, а это будет поездка на машине. Я просто не нашел видео, где человек ходит, что-то снимает, или хотя бы просто стоит камера у каких-нибудь красивых зданий. Чисто на машине покатаемся, да. Между прочим, кабриолет. Фух, друзья, все готово, погружаемся в Алматы. И теперь быстро это все делаем. Раз, два, погнали. Ты. Вот мы едем по дорогам. Ух ты, вон там те здания, которые мои любимые. Помните, я говорил, как стеклянный замок? По-моему, это центр. Я забыл, в общем, что это. Ух ты. Круто. Дороги такие ровные. А вы мне говорили, то, что дороги неровные. Рекламы вон висят. Интересно, какого года это видео? Я не посмотрел почему-то, ну ладно. Надписи всякие. Ух ты, а вон там еще огромное здание, красивое. Мужик какой-то подъехал. Это, наверное, какие-то офисы. И... А, нет, наверное, это жилые дома. Прикольно. Эта конструкция немного тяжелая, поэтому мне приходится придерживать ее, ну, рукой. О, кстати, очень прикольные такие переходы над дорогой прям. Это мы подъехали к какому-то дому. Фонтанчик. В общем-таки, друзья, ну как вам? Мне очень понравилось. Ну а теперь я предлагаю вам погрузиться в атмосферу природы Алматы.
Поехали. Ух ты, снежные горы. Вот это мне нравится больше. Ух ты, а что это за озеро такое? Вау, мы прям на берегу с вами стоим. А где человек, который это снимает, интересно? Спрятался где-то? Вау, очень красиво. Интересно, какая температура? То, что снег лежит, а вода не стала льдом. Если не стала льдом, значит минуса нету. Или это какое-то особенное озеро, я не знаю. Ух ты! Мы в городе. Колесо обозрения. Это же Алматы, я ничего не путаю. А вот это канатная дорога. Или как это называется, не помню. Не канатная дорога. В общем, на гору, которая поднимает. Не помню, я когда с родителями был на отдыхе, там, на лыжах, мы брали, садились на эти подъемники, поднимались на гору и спускались на лыжах. А вон сам город. Класс. Такой вид бомбезный просто. Вот-вот-вот. Это, я так понимаю, лыжный курорт. А вон-вон, люди на лыжах. На горах есть снег, а в городе вообще. Как будто лето, если бы я не знал, что это зима, я бы никогда не подумал. Ух, памятник. Здание красивое было. А это, наверное, оперный театр какой-нибудь. Я помню... Ух ты, а вот это метро. Я помню, я про каком-то своем видео... А, в Бишкеке сказал то, что подземный переход — это метро. На самом деле я ошибся. У нас, кстати, в Николаеве нету метро. В Киеве есть. Коньках люди катаются. Город полный развлечений. Как много людей, как они не боятся врезаться в друг друга. Тут же прям очень много людей, но не пройти же, ну не проехать, вернее. Вон там кто-то чуть ли не падает. Air Astana. Вот это очень классное видео, друзья. Надо было, наверное, с этого видео нам и начинать. Ну что, друзья, как вам наше путешествие? Мне, например, прям очень понравилось. Наверное, со второго видео надо было начинать, потому что вот эти первые покатушки... Такое себе, если честно. Но эта штука творит чудеса. Если вам понравилось это видео и вы хотите продолжение этой рубрики с другими городами, с другими странами и тому подобное, то обязательно поддерживайте это видео лайком. И тогда я обязательно выпущу следующую серию. Ну а кто не видел мои прошлые виртуальные путешествия по Казахстану, по Кыргызстану, то вот этот плейлист со всеми моими виртуальными путешествиями. Обязательно посмотрите, если вам понравилось это видео. Те ничуть не хуже. В будущем я постараюсь вам подобрать еще какие-нибудь интересные видео, и я уверен, что вам понравится. Также, друзья, я вам обещал то, что в конце этого видео я вам расскажу, как же вы можете попутешествовать. Это все очень просто. Вы берете свой телефон, и чтобы попутешествовать, вам даже не обязательно иметь очки виртуальной реальности. Вам достаточно иметь только телефон. Вы берете телефон, пишете, например, Алматы 360 градусов, вот как это сделал я. Выбираете видео, вот, например, Travel to Алматы, которое мы только что смотрели. Сейчас реклама, подождите. Вот, видите видео? Travel to Алматы у нас идет. И просто берете и двигаете телефоном. Ну или же можно вот так вот пальцем перемещаться, двигаться. И для этого совсем не обязательно иметь очки виртуальной реальности. Конечно, это не так прикольно, но вот так вот двигаться тоже интересно.
и вы, возможно, видите какие-нибудь новые для вас места, если вы из Алматы, а если из другого города или вообще из другой страны, то это для вас будет просто открытием, как стало для меня. Да, друзья. Огромное вам спасибо за просмотр. Надеюсь, что вам это видео понравилось. Если вы здесь впервые, то можете подписаться на этот канал. Тут выходят очень интересные видео про Казахстан, Кыргызстан, а в будущем и про другие страны. Да, с вами был я, Саша. Огромное спасибо за просмотр. Пока. Вверх ногами. Пока.